Итак, друзья, на столе у меня готовые 4 рамки, то есть это, забегая наперед, сразу скажу, что это будущие строительные козлики. Самые простые, самого простого способа, который можно сделать буквально из хлама, из поддонов, то есть привезли вам стройматериал на палетах, да, там есть 2 палета. Можно из этих палетов сделать, можно сделать из отходов, из остатков. Можно, конечно, немножечко заморочиться, а именно потратить буквально там 100 рублей и сделать их немножко мобильнее. Сейчас далее покажу, как это будет выглядеть.